Ну что ж, друзья, всем-всем привет, всем доброй ночи, нет, добрый вечер, скорее всего, через только час и 12 минут у нас будет добрая ночь. И что же, у нас сейчас начинается игра, команда Hot Race встречается против команды Кубик. Все, наверное, слышали некоторые обновления на стриме, снизу под картиночкой есть кнопочка HD теперь, и это очень-очень хорошо. Ну что ж, давайте небольшой промо-ролик, ребята уже начинают играть, лайф-лайф-лайф пошел, пистолетка, и давайте не отключайтесь. Так, ну что ж, вот смотрим, смотрим уже за игрой. Первый минус Форд дает, неплохо забирает у Наруто на под соточкой. И уже преимущество у команды. Сейчас небольшую заминочку сделаю. Преимущество уже команды. Хотрейд в одного игрока 4 в 5, 5 в 4. И давайте посмотрим, что сейчас исполняет все-таки. Кубики, видно, планируют выйти на закрытый плен. Тут уже подходит еще один игрок, Спритото. И то, что ж, ну давайте посмотрим, посмотрим. Может быть верхний нет, не выходит. Верхний на чек играет Нейк. Вроде бы прочекал, нормально. Все, ребят, выходит, уже раскидка пошла. Прекрасные две хаешечки от Эка и от Неги. Забирают они трех игроков сразу кубик. Ну, здесь Аркаду Мирк ловит в доме. 1-4 ситуацию уже должен сейчас тащить на самом деле. Должен. Ну, конечно, для своей команды должен. Но вот тут, конечно, уже все понятно. Хотя нет, дает минус, но тем не менее его разменивают. МСС и пистолетка за командой Hot Raid. Так, сейчас еще кое-что сделаем. Все, теперь все должно быть отлично. Никто не жалуется. И смотрим. Ребята планируют выйти сейчас на закрытый плент. Рауль сразу подбегает. Сейчас полторашку Неги забирает. Спритота. Рауль еще минус от него забрал Неги. 4 в 3 ситуация. Тяжеловато, конечно. Не, ну все, тут, в принципе, понятно. 15 хп, 1-4. Там 3 минуса пошли от Форзи. Но ясно, да, тут. То, что ничего не получится у команды Кубик. В этом раунде. Хотя вот девайс подбирает. И как не попадает по нему. 15 хп у Берзы. Но все равно. Берз Боба забирает. И счет 2-0. Так, сейчас я проверю, что там да как. Проверил, все, вроде бы все отлично. Ну ладно, смотрим. Говорят, что счет не видно. Верхний, который самый маленький. Ну ладно, это потом исправим-то. Я думаю, сейчас это особо и не важно. Минус от Эка, хорошо он ловит соточку. Парень, который вышел на Ротен. Ну сразу Мирк разменивает игрока. Кстати говоря, волевой взяли вроде бы кубики. Ну вот. Еще минус от Рауля. 2 в 3 ситуация. Могут, конечно, затащить сейчас. Ребята, как Рауль не забирает? Ну, была у него лучшая позиция в этой ситуации, но все-таки Фамус его забрал. 3-0 и... Нет, тут волевой было, а сейчас как? Вот. Нет, есть единица, у Мерка есть АК там. У Берза, да, вот у всех есть все нормально. 5 АК, и давайте посмотрим-то за атакой, что сейчас у нас кубики придумают, выходить ли. Вышел сразу Берст на соточку, видимо, сразу планирует на вышку залезть. Да, на вышку лезет, уже лоу хп остается, Неги забирает Берза. Наруто разменивает Эко, и уже 4 в 4, ситуации нет, 4-3, еще минус от Спритота. Ребята уже выходят в наглую просто на открытый плент. И вот ставит по дефолту игрок команды Кубик. Сразу пошла откидка на Зигу. Минус от Наруто, минус от Спритота. Только Фурзи сейчас одного разминут. Минус еще два от Фурзи. Но нет, все-таки здесь Наруто неплохо сыграл. И Наруто Узумаки. Узумаки. И это 3-1. Неплохо, ребята все-таки вышли на соточку. Дали по минусу. И это привело к очень хорошим последствиям. Выигранным... Что привело к выигранному раунду. Еще, друзья... Извиняюсь. Нет, просто надо было кое-что проверить. Не, вроде бы не лагает. Никто не пишет, значит, все хорошо, и это очень радует.
Ну что ж, ну все, наверное, знают обновление на стриме. Также, ребят, мы выкладываем свои видео на YouTube. Обязательно подписывайтесь на канал Легион 1000. Он есть под галерочкой там. Также занимайте галерочку, она стоит всего 20 рублей. Это как отблагодарение стримеру за его стрим. Так, я думаю, в принципе, все хорошо должно быть. Да, еще вот небольшая, очень плохая новость. У кого нет лицензии на XSplit, имеется в виду программа, которая занимается стримерством, то есть через что я сейчас стримлю. Если лицензии у вас нет, то у вас записи будут без звука, также некачественный звук, также видео не очень хорошее. Ну и также лицензия имеет очень много плюсов, и которых, в принципе, я думаю, не буду говорить. Я вроде написал в топике, все. Так, смотрим, смотрим за игрой. DMN дает первый минус. Нет, ой, какой первый минус? Плент уже поставлен на закрытом. Ой, на открытом пленте, извиняюсь. Фурзи один остается. С юспом надо сейвить на самом деле. Что? А что сейвить тут, конечно, непонятно. Но все равно. Засейвить, не засейвить. В любом случае. Деньги у него будут, так как он игрок стороны дефенса. Вот, вот уже 3-2, ребят. Впечатляюще. Вот сейчас и ребята все-таки из команды Hot Raid сделали эко-раунд, наверное, все-таки грамотно. Если они сейчас затащат единицу. Есть АВП у Фурзи, и вроде бы опять сочку ребята раскидывают. Вот видим по ВЛХаку, выходит уже трое. Сверхниз в любом случае тоже должен кто-то выйти. Как я понимаю, должен Наруто. Да, Наруто будет выходить, Эко его обязан просто ловить. Нет, ДМН убивает Рауля. Ух ты, хороший минус от Эко. Там уже 4 в 3 ситуация. Минус от Наруто Узумаки. Узумаки это было на закрытом плоте. Ловит он на аркаду, которая пошла в доме. Минус от Нейджа. И уже 3 в 2 есть преимущество у дефенса. Все-таки нет, минус от Наруто. Нет, ну сразу тут же 2 ВП. Сочетается лицо в лицо к лицу. И уже преимущество команды. Hot Raid, нет, уже 1 на 1 ситуация. Мирк неплохо ловит Нейджа, который был с ВП. И Фурзи, Фурзи с Мирком остается 1 в 1 ситуация. У Мирка 8 хп. Плент валяется вверх низа. И, инфу вроде бы дали Нейджу. Фурзи, то что... Нет, это, кстати говоря, Нейдж был без ВП. Он был с эмочки. Фурзи дали инфу, где находится Плент. Сказали то, что... Ну, я думаю, точно сказали, что Плент не на руках. И вот такая вот уже ситуация, 1 в 1 ситуация, и у Мирка 8 хп. Сделал какой-то на развод. Но вот пока что у него есть 15 секунд. 15 секунд для того, чтобы поставить плент. Ну, в любом случае он не успеет поставить плент. И будет сейвить здесь. А, у нас немножко пролагало. 10 секунд. Минус 10 секунд, ребят, извиняюсь. Вот так вот. Ну что ж, ну то ладно, ладно. Пусть будет по-вашему. Так, ну я думаю, все довольны качеством, которое сейчас у нас в картинке. В принципе, ничего не должно быть тут лагать. Для каждого можно выбрать свое качество. Также, ребят, не забывайте, кто спрашивал, 400, почему не 720+, да, качество? Best Quality это есть 720+, просто я написал объективно, что 480+. Качество. Это уже HD, Full HD. Я думаю, ну не Full HD, просто HD. Это, думаю, очень всех порадовало. Это обновление. Также мы будем раскручивать раздел стрим с видео вотс. Ожидайте, я думаю, ближайшую неделю там появятся все записи. Ну, мои уж точно все. А вот с лайфом, ну, мы с ним еще посмотрим. Но у Мирка как бы там качество не очень, поэтому пока выкладывать его записи не будет. Но вот скоро Мирк планирует выступить, опять вступить на свою работу, стримить все обратно. Но будет у него новый компьютер уже, я думаю, с качеством таким же, как у меня абсолютно. Ну что ж, 4-2, там размен произошел на зелени, но вот... Нет, уже один игрок команды остается у команды Кубик, это Рауль. Сейчас уже на верхней с вагоне. Собаки нет, минус от Эка, хорошо, он стреляется с ним с Бёрстфайера. С Фамоса, вот. И 5-2 счет. Фурзи, я смотрю, вот тащит 9-2. Ну, наверное, надеюсь, он не дефьюз его плент.
Так, ну что, 5-5. 5-5 минус от Нейджа. Очень неплохо он свечает. По-моему, с четвертого, где это было вообще. Ну, пропустил я экшен. Тут уже двое на зиге, две хаешечки сюда. И было бы от... замечательно. Минус о Фурзе. Классно взрывает Берза. Уже 4 в 2. Минус МСС. И где там Спритота? Спритота остается на закрытом в доме, уже на лестнице, находится на винте. Наруто уже под пятым, и может он, конечно, сейчас в спину зайти. Слышит он двоих игроков команды Hot Raid. И сейчас может спину, конечно, наделать делов. Видит одного. Ну, как же так? Смотрим по волхаку. Видим, что один на вышке находится. Убивает он вышку, и сейчас должен на иксе убивать игрока. Слышал, то что на иксе минус от икса, еще еле Зигу забрать бы, да, минус от него, еще забирает Зигу. Один остается в Фурзе, если заберет Фурзе, то это будет очень супер. Мое любимое, мувики-демки, хайлайт. Ну, Фурзе с ВП действует сейчас на пятерке, может, конечно. Он увидел игрока, но не успел убить. Но все-таки ребята... идут на закрытый плент. У Наруто 31 хп, у Спритота 100. И уже преимущество... видно, что у команды Кубик сейчас прострелили бы, конечно. Фурзи и минус Спритота забрал он. Фурзи на путях на закрытом. И третий раунд для команды Кубик. И, конечно, важно как можно больше взять раундов у команды Hot Raid за дефенс, так как за атаку придется не сладко, как все знают. Так что тут, в принципе, не секрет, что дефенс доминирующая сторона, в отличие от атаки. И давайте посмотрим сейчас, что будет вытворять у нас команда Кубик. 3-2 расположение. Нет, 2-2. 1. 1 на сотку. Чек. Двое по дефолту пошли в дом. И двое на зелени. Сейчас подсадка, да, пойдет на зелени. Ну, люблю я эту посадочку делать. В принципе, ребята исполняют то, что... вот... ну, ладно, не буду раскрывать свои секреты, так как я координатор прекрасный. Ну... просто сказал то, что ребята исполняют похоже, что я иногда делаю с командой. Ну, вот 5 в 5 ситуации, но Эко уже каленый, он на зелени пропрыгнул, там с юспом. Сейчас ребята дали инфу, имеется в виду команда Hot Raid, то, что ей на зелень выше, минус 4 уже пошла от команды Кубик. Фурзи только одного разменял, забрал он Рауля. И прекрасные зелень вышли, так же, как и вверх-низ, и сотку. Вот сплита ребята сыграли, очень-очень классно сыграли, вышли на... зелени, вышли на сотки. Ну вот, ребят, о чем можно тут говорить, если был эко-раунд у команды Hot Raid. И тем самым сейчас у них есть вроде, да, есть фамосы, есть емочки, а ВП нету. Так вот. А ВП есть, по-моему, да, у Наруто Узумаки, где он находится на... вот, на верхнизе уже Мирк подходит. Сейчас есть инфо, я услышал то, что Фурзи находится на верхнизе в вагоне. Ну как же так, не попадает. 100 хп у Фурзи так и осталось. Неужели сейчас Мирка заберут? 70 хп, минус 20, уже минус 30. Ае хорошее прилетело к Фурзи. 43 хп у него остается. Ух ты, Берст убирает ДМНа. Где же это было? Да, на зелени. Пошла раскидка. И Эко, по идее, должен встречать ребят с зелени. Да, встречает он Берза. Прекрасно. В принципе, контролит все очень-очень хорошо. Минус еще от него забрал он Мирка. Где еще ее, ребята? Где тут еще ребятки? Ох ты, нет, не забирает он все-таки Рауля. Рауль забирает... вышку, и тут 2 в 3. На самом деле преимущество видно, что команда Hot Raid, конечно, неплохо сыграл Эко на вышке. Делал он свои стабильные 2 минуса, и это очень прекрасно. Минус от Спритота забрал МСС. 2 в 2 ситуация. Должен был сейчас забирать еще одного игрока. Нет, Спритота забирает в голову Фурзи и Нейдж. Нейдж остается 1 в 1 ситуация. Забрал он Рауля, который был очень красный на пленте. Плен поставлен по дефу. И Спритота простреливает, но у Нейджа более выгодная ситуация на самом деле. Да, Нейдж все-таки очень четко сыграл, забирает он Спритота. И раунд за командой Hot Raid. 6-4. Так, друзья, давайте зовите своих друзей. Будет все очень хорошо, у нас же обновление на стриме. Как же так, где же вы? Мы же вас всех любим. Ждем на стриме. Я что-то вот думал, что будет побольше народу, сейчас 180 человек. Ну, давайте, друзья, коннектимся. У нас сегодня все весело, все отлично.
Уже 1/4 финала FKS Fast Cup номер 86. Вчера, кстати, все, как все знают, был у нас Техлабс Cup. Moscow Five 16-14, 16-4 проиграли две мапы. Ну вот вторую карту они проиграли 20-10, так как, ну, первоначальный счет 16-4, а потом 20-10. Тем самым 1200 долларов увозит Moscow Five, а 1700 увозит Na'Vi. Так, ну тут посмотрим, ребята из команды Кубик быстро вышли на открытый плент и прям проворонил я немножечко. Остается один Hot Red. Где Hot Red? А, нет, не Hot Red. Ну, да, из команды Hot Red Фурзи. Он в полторашке находится. Мирк убивается, что я так понял. С вышки спрыгнул. Дальше что да? Ололол, пишет Мирк в чате. Ну, Фурзи, да, будет светить, конечно. Беда, печаль. Так-то да. Да, слышит сейчас Фурзи игрока и должен забирать. Да, забирает. Рауль что-то прочекал сначала, потом дальше пошел. МСС пишет Say Team. В принципе, что правильно говорит. Да, смотрим, смотрим сейчас за игрой. Уже преимущество у кубиков есть. Некоторое сейчас. Но вот один раунд Hot Red все-таки ведут. Эко-раунд у Hot Red, да, есть эко-раунд. Пошли хае. Две хае очень хороших пошли на сотку. Ну как же Наруто будет хоть кого-нибудь принимать? Да, принимает он эко, еще должен убивать игрока. Обязан просто. 4-4 ситуация, но вот эко, конечно, должно быть было легко выбиваться. ДМН и Нейдж, очень прекрасная аркада на 0 к игрокам команды Кубик. Но тут Рауль забирает ДМНа, который был сака. Нет, Фурзи, кстати говоря, еще Фама взял. 2 в 1 ситуации. Вот такой вот полубай Hot Red очень неплохо берут пока что. Ну, пока что не берут, но вот 2 в 1 ситуация. Конечно, Раулю надо тащить. Но давайте посмотрим то за Раулем. Один минус он уже дал. Надо дать ему еще 2. Чтобы быть вообще, чтобы быть вообще классным парнем. Так, на зелени есть на пятерке минус от Рауля. Забирает он пятерку, забрал он Нейджа. Один в один ситуация. Фурзи сейчас, в принципе, чекает шестерку. Шестерки нет, пятерку чекнул. Пятерку увидел, вот игрока увидел на путях. Точнее, на путях Фурзи находится. Увидел, вот и пролагает ХЛТВ, прыгает. И Рауль даже успел плент поставить. Но Фурзи все-таки забрал Раульку. И 7-5. Hot Red берут полубай, что очень-очень хорошо. Прекрасные две хае полетели на сосочку. Взорвали они одного игрока, второго убили с юспа. И еще там третий минус был. 2 в 5 ситуации, но все-таки Рауль смог поставить плент. Но взять раунд не удалось. Ну, все равно есть, в принципе, деньги, да, у Рауля, у всех игроков есть деньги, есть АК. И сейчас должен ДМН, жмет, забирает Берза, может быть, еще третий минус даст. ХАЕ откидывает, МСС остается 16 хп. Спритота выходит на зелень, сейчас может пути забирать, нет, не забирает пути у Эко, 56 хп остается, 26 хп у Спритота, его больше покоцали, ХАЕ откидывает, даже вообще не коцает, минус от Спритота, забрал он Форзи, еще очень неплохо, Зигу за контроль, минус от Наруто, казалось бы уже ситуация, ой, минус 3 от Наруто, что творит этот парень, один игрок команды Hot Red остается, это Эко, и идет он сразу на закрытый плент. Тут Наруто, по идее, должен принимать. Как же так, не попадает? На вагоне уже находится на четверке. Ой, на тройке. Игрок команды. Кубик. Смотрит он под Зигой, под третьим вагоном. Все чекает. Ну, Тека находится уже на респе. Что Наруто уже прекрасно понимает это. Хотя... Минус от Эко. Есть инфа, где находится Эко. И должен сейчас Наруто забирать его. Да, прекрасно. Минус 4 от Наруто. И раунд за командой Кубик. 7-6. Вот казалось бы, что ситуация уже не в преимуществе. Не в преимуществе команды Кубик. Уже 3 в 5 ребятки остались. Но вот втроем они смогли разыграть. Благодаря, конечно, вот Наруто, который дал минус 4 с ВП. Конечно, очень-очень классно. Стоит поаплодировать этому игроку за свое прекрасное умение стрелять с ВП-шечки. И что ж, у нас пока что эко-раунд у команды Hot Red. Ух ты, мне пишут, что-то тут. Что-то тут.
Так, быстро все прыгает, минус от кубиков и 7-7. Так, сейчас, ребят, что-то я... Наруто это фанич, качество nice, куда есть 720 плюс, есть разрешение в КС 1280 на 720. Не дай бог битрейты сменить, будет все плохо. Ну ладно, вроде бы все с качеством отлично, все радуются, и это очень меня радует. Два минуса от команды Hot Rate прогремели, но тут Рауль сразу разменивает. Рауль дает два минуса в голову. Если я не ошибаюсь, что Рауль это у нас с команды Flight, если такая команда до сих пор еще существует. Вот ребята уже напоследок первой половины пишут Good luck, have fun. Вот один берс поп остается. Конечно, ситуация у него далеко не выгодная, но неудачная флешка пошла от своего тиммейта, от Фурзи. Слепит он ММС-ку, но нету такого хорошего тимплея. Ну, странно, странно, конечно. Как так получилось? Берс сейчас соточку зайдет. Должен, конечно, минус хотя бы один давать. Так как... Готов, готов. Флешку откидывает. Сейчас должен выходить на сотку. Смотрит пятый. Получает сразу по башке. Минус от МС-а. И 8-7. 8-7. Впереди команда Hot Rate. Поздравляем мы с этим преимуществом в первой половине. Но вот что будет сейчас во второй, мы будем наблюдать. Смотрим. Так, Нэйч смотрит тут шестерку. Сейчас откидка пойдет от него очень неплохая. Откидывает он флешечку на зелень. Смотрит, смотрит. Видел, увидел, что на зиге есть игрок. Смотрит по нему. Ребята через зигу очень прекрасно выходит. Прекрасно сейчас раскидка была от команды Hot Rate. Своя заготовочка. Ну, в принципе, о чем тут говорить, заготовочка. Прекрасная флешка на сотку. Сотки на зелень. И сразу 4 игрока врываются на зелень. Прекрасный тимплей в этой ситуации. Но уже 2 в 2 ситуация. И Мирикс, Берс, Боб остается вдвоем. И они тащат. Они тащат этот раунд. 8-8. Вот так вот, друзья. Так, сразу прыгает у нас Холл ТВ. Значит, сразу делаем мы, ребят, минус сколько там? 10 секунд. То есть у нас сейчас минута 25 где-то. И смотрим-то за игрой, что сейчас ребята будут разыгрывать с команды Hot Rate. Но тут, в принципе, все понятно, прекрасно. То, что они сейчас будут сливать. Но вот у каждого дигл, вот волевой взяли. Наверное, броня тоже есть. И сейчас есть ли раскидки? Но раскидки, конечно, ни у кого нет. Потому что, по-моему, 8-1 и 1-4 ребята взяли. То бишь, броня без каски и дигл. Будет встречать. Рауль дал инфу, то, что на полторашке есть. Что перемычки, минус на руку. Наруто принимает он Фурзи. Эко сразу разменивает Наруто. Есть инфа, где еще один игрок команды Кубик находится. Рауль очень неплохо принимает еще одного игрока. Забирает он Эко. Сразу размен происходит. Наверх, вниз, в вагоне находился Спритота. На зигзаге имеется в виду. И два минуса от него, конечно, важных пригремели. Ну, вот, конечно, ребятки сейчас с команды Hot Rate могли чуть-чуть подтащить, но все равно раунд за командой Кубик. 9-8 впереди эти ребятки. И давайте посмотрим тогда. Ну, сейчас вот полный эко ребята играют. У всех есть глоки. Ну, это понятно. Наруто уже поджал дом, сказал то, что нет в доме, и ребята... Что это? Что это такое? А, прекрасно, в принципе, посадка, неожиданно довольно-таки. Сейчас в аркаду полетит игрок команды. Кубик должен давать минус, минус от Мирка, минус 3 от него. Три хедшота ставит, неудачная посадка. Прочувствовал это Мирк, должен сейчас, нет, не собирает он ДМНа, и Спритота разменивает ДМНа. Вот это Наруто пишет лол. Чатик не бушует, и уже 10-8. Наруто говорит, я же офигел. Ну тут неплохо, в принципе, Наруто пожал с дома, вышел вот отсюда. И Мирк, и они просто прочувствовали эту ситуацию немножечко.
Ну, чтобы такая посадка была. Для меня, конечно, это нежданно, негаданно. Спритота забирает Дэмэна. Эко сразу разменивает его. Прыгает холд-эвэ. Ну что ж, давайте минус 10 секунд сразу отнимать от таймера. Минута остается. И минус от Наруто. Узумаки. Минус 2 от него. Сколько от него минус? Да. Минус 2. Вот так вот. 1-8 Наруто, это у нас Фанич, насколько я понял, да, сказали Минфу, что это Фанич, но окей. Окей. Фанич, я думаю, многие знают на лайфкейсе. Сейчас пошли, ребят, стрелять на зелень. В принципе, неплохо чекали спритота, но вот Фузи просто в наглую выходит, 2 минуса от него, пригремели, 2, минус 2 зелень. Рауль тут уже подходит, флешку прекрасную дает, которая выходит и забирает эко. Есть еще инфу, слышал игрока около пятого вагона. Сейчас, да, он на пятом вагоне должен забирать. Нет, не забирает. Минус 3 от Фурзи, минус АДМН, еще одного игрока команды Хотрейд. И команда Хотрейд берет раунд очень прекрасно, они очень хорошо они разыгрывают. Данный раунд особенно разыграл этот раунд классно Фурзи. Именно он способствовал к этому в этом раунде взятию этого раунда. Нет, этот автологизм. Пошла флешечка. Вот неплохо Фанич тут прооркадил у нас на зелени. И 4 в 3 ситуация. Давайте посмотрим. Плейн ставится. Минус атека забирает он Мирка. 3 в 3 ситуация. Еще прошивает Наруто. Минус от Берс забрал он Эко. 3 в 0. Да, все тут понятно. И Фанич очень неплохо действует. Тащит тут вот Мирка, тащит Фанич. Что дефьюзит-то? По-моему, задефьюзил Фанич, если не ошибаюсь. Здесь 4-м. Да, здесь 4-м, он вырывается он с Мирком. Точнее, по фрагам вырывается он. В табе. И уже 10-4. Мирк 7 к 4. Вчера мы с Мирком ездили. На Техлапс Кап 2012. Было очень круто. Мне понравилось. Но вот больше в Химки не поеду, так как очень долго туда ехать. 2 часа я добирался. Фух, надоело мне, конечно, только ехать. Ну ладно, что ж. Посмотрели зато КС. Ну и также была задержка, как всегда. 1,5 часа была задержка с игрой. Был этот point blank, который я не очень люблю. Я думаю, многие, кто смотрит сейчас нашу аудиторию, не любят этот point blank. И вот так вот пришлось ждать очень долго, пока ребята сыграют. Пока ребята начнут вообще разбираться с компьютерами, с конфигами, настраивать девайсы и уже тем самым играть. Так, 11.10. Так, ну что ж, ну хватит мне это звонить-то, а. Надо уже... 12.10. Понятно. Так. Минус от МСС. Забирает он спритоту. Перед этим было 2 минуса. Сразу размен пригремел. 2 в 4 ситуации. Плейн стоит на открытом. Рауль и Ванич. Ну, Эго, на самом деле, у ребят с команды Кубик. Рауль забирает МСС. Минус от Дэмэна. И тут остается один Ванич. Соточки должен хоть один минус давать. Дали ему, конечно, инфу, где находится игрок, но здесь не получилось. ДМН очень неплохо действует. И минус от него. Забрал Наруто. 12-11. Вот так вот. Очень ровные ребята играют, как те и другие. Так, друзья, еще также давайте зовите своих друзей, своих знакомых, близких, не знаю, чтобы было все классно, тип-топ. Чтобы нас народ смотрел, так как у нас обновление на стриме. Видите, что вы... Снизу появилась кнопочка HD, и также у меня персональная рецензия, качественный звук, все отлично должно быть. И бары вроде бы все хорошо, как бы стараемся, развиваем мы стрим ТВ на Live CS. Буду все чаще и чаще стримить. Вот сегодня даже понедельник простримил, хотя я в этот день не стримлю. Так получилось. И тогда посмотрим, что тут у нас выходит. Спритот у нас на верх, на вышке, извиняюсь, находится. Сейчас чекает зелень, чекает вверх-вниз. Здесь
Верхниз уже прооркадили. Вот так вот. Вот ребята из команды. Минус от Берза. Ребята из команды Hot Red сейчас планируют выйти на закрытый плент. Форзи забирает Фанича. В СВП кто там встречал-то? Да, это был Берз. Берз сразу разменит Форзи. Очень неплохо спритота выходит. Ребят, хватит звонить, а то я сейчас выключу сидим. Минус 2 от спритота. Еще сразу спритота разменит. 2 в 1 ситуация. Эко один остается, 1-2, ставит плент на открытом, развод происходит. Так, я сейчас быстро посмотрю, что там мне пишут, понятно. Еще раз кто-нибудь позвонит, я включаюсь, извиняюсь тогда. Так, Эко, 1-1 ситуация. Посмотрю, разбирает он все-таки двоих игроков, тачит 1-2 ситуация. Очень-очень четко сейчас действует, и 12-12, вот так вот, друзья. Очень-очень-очень круто. Давайте что у нас, посмотрим у нас по фрагам. Хатрейд, Эко, 17, 11 к 7. Фурзи, 8 к 7. ДМН, 6 к 7. Нейдж, 4 к 6, 4 к 7. МСС, у команды Кубик, Фанич, 1 к 7. Спритот, 9 к 7, 7 к 7. Мирк, Берс, 6 к 5, 4 к 7. Рауль. И ребята быстро выходят на закрытый плент. Собаку убивает Фурзи. Эко-раунд команды Кубик. Сразу пошла перетяжка, но тут, в принципе, все понятно, что раунд за командой. Hot Red, 5-3 ситуации, уже пошли минуса от этих ребят. Рауль забирает МСС, а тут ХАЕ прекрасный, почти прекрасный пролетела на перемычку, на винт. Минус от ДМНа забирает он Зигу, и тут прошив пошел через дым на нижнем фарике. Но нет, Эко все-таки сверху его забирает. На винте Рауля. И раунд за командой Hot Red. Hot Red вырывается вперед. Вот так вот в один раунд. В принципе, неожиданность такая, если честно, для меня. Я думал, Кубик выиграет их. Ну, не знаю, команду Hot Red вообще никого не слышал. Но вот 13-12 уже. И это очень-очень четко. Четко ребята действуют. Молодцы. Могут сейчас потащить. Тем более... Нет, сейчас эко-раунд закончится у команды Кубик. Есть у всех эмки. Пошли прожимы на полторашки. Тут также просеивают игроки команды Кубик. Дом. Так, у нас никого там нету. Чек, это Рауль. Нет, не дает инфу, что пока никого нету. Прошив пошел от Фанища. Пока никого не прострелил. Видно, что у нас по барам. А, все. Такая вот ситуация. И смотрим. МСС смотрит вверх-вниз. Также тут сейчас готов спритота раскидывать зелень. Смотрит зелень, никого нету. И ребята быстро из команды Hot Red выходят на закрытый плент. Минус от Фанича сразу разменят Рауля. Очень неплохо ДМН действует. Тут сразу чекает собаку и дает хедшот Фаничу. Ну, конечно, есть сразу инфа, тоже где находился Фанич. Плент ставится на закрытом. 4-2 ситуация. Уже преимущество команды Hot Red. И, конечно, Берсбобу и спритота будет тяжеловато выбивать это все. Минус от Берсбоба, минус от спритота. 2-2 ситуация. По ХП преимущество команды Hot Red. Минус от Нейджа. Забирает он спритота на верхнем парике. Берсбоб. Нет, на нижнем. Берсбоб выходит на верхнем. Дает минус. Убирает Эко. 1-1 ситуация. Остается мало времени. Надо тащить, конечно, Берсбобу. Под фейком находится Нейдж. Ползет. Начинает дефузит плент. И минус от Нейджа. Прекрасно, прекрасно. Сейчас команда Hot Red действует. И 14-12. Надеюсь, ХЛТВ у нас сегодня не отключится. Так. А вот так вот. И будет все четко, что меня очень радует. Ну вот, надеюсь, все-таки не отключится. Будет все тип-топ. Ну что, эко-раунд. Нет, волевой все-таки. Ребята из команды Кубик здесь решает. Видимо, какие-то у них пошли непонятки. 4 дигла, 1 фамос. Фанич уже сотку аркадит. Я представляю, конечно, положение команды Кубик, что вот сейчас, если не тащат этот раунд, то можно сказать, в принципе, что ГГ. Плент уже стоит на закрытом, полностью отпустили закрытый. Рауль уже тут ползет. Рауль убивает ДМН. Просто плюс мораль у команды Hot Red есть. Минус от Нейджа. Два минуса. Нет, два минуса команды Hot Red. Сразу размен от Файнича. Забирает он Фурзи. 3 в 4 ситуация. ДМН смотрит, чекает респу. Забирает он Мирка. И все же тяжеловато. Минус 2 от Файнича. Прекрасно этот парень действует. Файнича забирает. И тут, в принципе, с диглом тяжело раздавать было команде спритота. И раунд за командой Hot Red. Ну что ж, это очень, в принципе...
Неожиданно, неожиданно, то, что хатрейт уже 15-12 ведут команды. Кубик, по-моему, 3 раза брали фасткап на лайфкс. Может быть, и сегодня возьмут. Ну, смотрим-то. 15-12 перед командой хатрейт. И вот, нет, у всех АК есть. Не полубай такое сделали, ребятки. Имеется из команды Кубик, не АК, вот Эмки, вижу ВП есть у Рауля, а вот Фанич опять Фамас. Вот, поэтому, так как он Фамас взял в прошлом раунде. Ну что, давайте посмотрим. Матчпоинт у команды Hot Rate. И что тут планируется? Вроде бы Hot Rate хотят выйти на сотку. Тут все два по дефу находятся в доме. Сразу минус от спритота. Размен произошел. Мирка забрали. Мирка забрали, но Мирк не тащит. Мирк не тащит. Минус от спритота. Забирает он Эко. Берспоп забирал Неджа. 4-2 ситуация. Выход от команды Hot Rate на сотку. Но он все-таки не получается. Видимо, раунд за командой Кубик. Да, Фанни забирает МСС. На морали ребята собрались грамотно. Сыграли, конечно, первый минус от спритота. И Фурзи один остается. Сака. Ну вот как минимум ничья есть у команды Фурзи. Пока что до допов. Сейчас могут себе, не знаю, позволить халявно действовать, может быть. Но минус еще один от спритота. Сколько этот парень дал там минусов? По-моему, минус 3, да, от него все-таки минус 3 было. Здесь хедшот, здесь хедшот, здесь тело. Так вот, да, вот. Интересно. 15-13, 15-13, друзья, 2 раунда остается до конца второй половины. И один раунд осталось команде Hot Rate взять, чтобы выиграть этот четвертьфинал. Всего лишь пока что только четвертьфинал. Уже время 11:30. Смотрим. Минус от ДМН. Забирает он Фанича. Еще минус от ДМН. Раульку он забирает. Минус от Фурзи. Плен ставится на закрытом. И все. Тут, в принципе, понятно. Сразу ливает Мирк. Просто разочарованный в этой ситуации. Хае пошла от Берсбоба. Надо выбивать плен. 4-2 ситуация. Сразу прошив пошел. Не получается, МСС смотрит минус от МСС, и тут уже один спритот остается, еще один ливает игрок команды Кубик, это был Рауль, минус, спритот дает минус, но сразу размен произошел, и 16-13 команда Hot Rate выходит, друзья, в полуфинал. Скоро, сейчас, наш, точнее, сейчас, сейчас нас ожидает полуфинал. После небольшого перерыва, буквально, я думаю, в минут 5, а дальше мы будем комментировать, собственно, полуфинал. А кого мы комментировать будем, пока что неизвестно. Так, небольшой промо-ролик и врубаю, наверное, музычку. Так, ну что ж, закончился наш четвертьфинал. Команда Кубик проигрывает команде Hot Rate со счетом 16-13. Что у нас там в стриме? Вроде бы все отлично, друзья, пишем, как там. Понравилось? Понравилось? 20 FPS, понятно. Что со стримом? Что со стримом? Скажите, пожалуйста. Все отлично? Думаю, все четко. Должно быть, по идее, все отлично. Так, также сейчас еще застоплю я запись. Сейчас, одну минутку.